И на фронте в армии я был самый молодой в своей роте. А вот сейчас, в этом зале, среди вас, я самый старший. Никогда я не мог думать, что такой миг в моей жизни случится. Но вот он случился. Говорили здесь о Леониде Сергеевиче Соболеве. Это был прекрасный человек. Он был истинный аристократ духа. Он был элегантен, умен, доступен, прост. В 1932 году вышел его замечательный роман «Капитальный ремонт». Если кто не читал, почитайте, получите удовольствие. Роман этот прочитал Сталин. Он много читал литературы. А Соболев прислал какое-то письмо, не знаю по какому поводу, Сталину. Видимо, какая-то жалоба. И вот Сталин ответил не ему, а Ставскому, Владимиру Ставскому, который тогда возглавлял Союз писателей. Он писал ему: «Обратите внимание на товарища Соболева. Он бесспорно крупный талант. Он, как видно из его письма, капризен и неровен. Не надо обязывать его писать о колхозах или Магнитогорске. Нельзя писать о таких вещах по обязанности. Пусть пишет, что хочет и когда хочет. А писать ему вторую часть капитального ремонта нет никакой необходимости». Привет, Сталин.